И еще нужно признать в каких-то моментах, что я тоже туплю, я тоже ошибаюсь. И, наверное, моя самая большая ошибка это было сделать жопу, пятую точку, гиалуронку. Знаете почему? Потому что через время эта гиалуронка, она растворяется и вообще некрасиво смотрится. У меня была своя красивая попа. Из-за этой гиалуронки, вот реально, херня полная. Наоборот, становится еще хуже. Так что сейчас нужно будет заниматься спортом заново, сделать ее упругой, сочной. Я не люблю вот этих накачанных баб, которые вот с мышцами. Вот. Ну, тело у меня и так красивое, структура тела, но нужно ее чуть-чуть потянуть. Буду обязательно стараться привести себя в форму. Тем более лето. Так что не делайте жопу гиалуронкой. Вот честно, вот не повторяйте моих ошибок.